вот сегодня у нас как раз такой, так сказать, необычный день. Это день 7 ноября, годовщина со дня Великой Октябрьской социалистической революции. Это с точки зрения конфликтологии, это что такое? Это крупнейший конфликт, когда представители работников, а чем они были, как они были представлены? В советах были представлены. Пошли на конфликт с представителем работодателей. Как назывался представитель работодателя? Временное правительство. Не изложили власть этого временного правительства представителей работодателя. И в связи с тем, что оно никак не выполняло требования, снова ввело смертную казнь, землю крестьянам не давало, вот, фабрики, и производство страдало. И эта власть кому была передана? Еще более широкому представительству работников, а именно второму Всероссийскому съезду Советов. Вот это какая была передача? Мирная власть или немирная? То есть произошел крупный конфликт. Конфликт был давно. Конфликт между буржуазным правительством и рабочим классом, более передовым, или между двумя классами, рабочим классом, который является выразителем интересов всех трудящихся и является наиболее передовой силой в современной эпохе, и буржуазией, которая в свое время тоже была передовым классом, была? Была и совершила блестящие буржуазной революцией, которую освободили от крепостного права, так и не случайно поэтому французскую революцию называют Великой Французской революцией, революцией 1789 года. Даже вот странно, что некоторые наши товарищи, в том числе наш губернатор, не уважают творцов буржуазной революции так, как надо уважать. Ну, даже сейчас буржуазная контрреволюция. Надо уважать представителей буржуазии, буржуазных революционеров, правильно? У нас есть улица Марата, это улица посвящена, названа в честь буржуазного революционера Марата. Это буржуазный революционер, очень прогрессивный. И была набережная Робеспьера. Ну вот на том основании, что на этой набережной была Воскресенская церковь, товарищ губернатор взял и убрал название набережной Робеспьера, теперь это Воскресенская набережная. Кого это волнует сейчас, что там было? Как-то даже странно, что вот деятели вот буржуазные, если они сейчас пришли к власти, должны как-то своих отцов, учредителей, тех, кто стоял у истоков буржуазной революции, уважать. Не правда ли? Так это было бы странно. Тем более, вроде бы государство собирается к столетию тоже, государственно так или иначе отметить столетие Великой Октябрьской социалистической революции. А сегодня, 7 числа, в российской газете целая страница посвящена тому, что вот надо написать новую биографию Ленина, с учетом того, что он там 55 томов есть работ Ленина, еще имеются ленинские сборники, более 40, еще имеется 13 томов который называется биографических сборников, в которых расписано, как и что делал Ленин и в какие минуты. То есть в это время, когда с уважением относится буржуазная власть и к творцам пролетарской революции, в это время буржуазная власть или ее отдельные представители не уважают представителей буржуазии. В чем был конфликт? Конфликт был по крупным вопросам, по вопросу о войне, потому что рабочий класс и трудящиеся требовали войну прекратить. И это требовали трудящиеся и других стран. Нигде, ни в одной другой стране не удалось поставить вопрос о том, чтобы государство встало на путь прекращения войны. Единственным государством, которое прекратило эту бойню, Первую мировую войну, оказалось советское государство. Вот. Это вопрос о земле. Как известно, большевики другую программу имели. У них какая была программа? Не разделять, а соединить всю землю, так сказать, чтобы она была общей, и потом и сделать кооперативный труд. А
крестьяне требовали отнять у помещиков и землю разделить. Большевики пошли на эту, выполнили эту просьбу, чтобы не конфликтовать с крестьянством. С крестьянством не надо конфликтовать в крестьянской войне, в крестьянской стране, правильно? И землю разделили по едокам, как требовали крестьяне. Поэтому, когда Деникин стал пытаться свергнуть советскую власть, у него ничего не получилось, потому что он шел, отбирал снова у крестьян землю, отдавал помещикам, вешал крестьян, которые уже обрабатывали эту землю, и по мере продвижения к Москве, когда, казалось бы, что уже дни советской власти сочтены, в этот самый момент крестьяне повернули против Деникина, и у него ничего, и те, которые были, соответственно, в Деникинской армии, стали плохо воевать, а те, кто сражались с Деникинской армией, стали очень хорошо воевать против Деникина, и Деникина погнали на юг, до самого моря, и потом они сели на корабли и уплыли в эмиграцию. И так закончилась гражданская война. То есть колоссальный был конфликт, но само по себе, вот это само по себе вот акт революции был совершенно бескровным. Значит, какая была ситуация здесь, в Петрограде, в 1917 году, вот с точки зрения конфликтологии? Вот конфликтуют два таких класса. Буржуазия, которая недавно получила власть, только в феврале. Правда? С февраля прошло там февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь. 8 месяцев прошло всего. За эти 8 месяцев что сделало Временное правительство? Оно обещало собрать учредительное собрание. Не собрало. Оно обещало, так сказать, чаяние удовлетворить народа, чтобы не было войны. Оно ввело смертную казнь на фронте. И этим усугубило, конечно, положение не только народа, но и свое собственное. Потому что до этого. Теперь оно не могло справиться само с корниловским мятежом, который выступил вообще против буржуазной революции и против Временного правительства Корнилов. Кто помог справиться Временному правительству с корниловским мятежом? Большевики. После корниловского мятежа большевики получили в советах. Большинство в советах каких? В войсках Северного фронта, в Москве и в Петрограде. И вот получилась ситуация какая. Кто теперь с кем и как мог конфликтовать? Значит, в Петрограде кто мог конфликтовать с представителями рабочего класса? А никто не мог конфликтовать, потому что если войска в Петрограде поддерживают большевиков, то против войск в Петрограде никто воевать не мог. Ну, женский батальон не может же воевать против петроградского гарнизона. И кадеты юнкера, которые представляют собой молодых будущих воинов, тоже не могут воевать с петроградским гарнизоном. Поэтому о какой-то битве просто не могло быть и речи. Ну, плюс к этому еще были красногвардейцы, они изображены всегда на картинках, как они едут на грузовиках, но никогда не изображено, чтобы они стреляли в кого-то. А в кого стрелять? Не в кого стрелять. Стрелять было не в кого. Весь вопрос был в том, вот с этой точки зрения, это же крупнейший конфликт, крупнее революции, только войны. Еще некоторые могут быть такие конфликты. Как он бесконфликтно решался? Очень просто. Надо было сделать так, чтобы у народа не было впечатления, что это какая-то узкая группа лиц захватила власть. Потому что если бы это была такая ситуация, то, так сказать, это привело бы к большому конфликту. Поэтому, как вот Ленин советовал, значит, не надо брать власть до съезда советов второго. Потому что вот Петроградский совет возьмет власть в Петрограде, и его обвинят в чем? В узурпаторстве власти. Какой-то от имени всей России хочет выступать Петроградский совет. Это значит все, что натравить всю Россию на этот Петроградский совет. Не пойдет. Или проспали, приехал второй съезд советов, собрался здесь, в Смольном, обсуждал все вопросы, выступал против Временного правительства, против его политики, говорил, ничего не решил, никаких документов не принял, разъехались. Когда будет следующий съезд? Может быть, и никогда. А тут и Петроградский совет вдруг
сподобился и через день после того, как разъехался второй съезд Советов, взял власть. Это опять, значит, съезд Советов ему такое не поручал, а он взял власть, и это все равно, что натравить опять на Петроградский совет всю Россию. Поэтому единственный правильный был ход, бесконфликтный, состоявший в том, что вот утром берется власть, а вечером отдается съезду Советов. И съезд Советов утверждает правительство, совнарком во главе с Лениным, и все. И сразу в этот же день появляется всероссийская власть, которую одобрил кто? Кто против всероссийских, против всех Советов всей России? Вот кто против всех, тот враг советской власти. И поэтому, если кто хочет воевать, он сталкивается вот с Советами. Или посмотрите на позицию наших военных. Когда началась, когда Краснов, который пообещал Ленину не воевать против новой власти, его отпустили под честное слово офицера, и он поехал на Дон и сразу начал собирать Белую гвардию. Нарушил слово офицера. Ну, в этой ситуации пришлось и правительству советскому тоже собирать Красную гвардию, а потом обе стороны пришли к тому, что гвардии не обойдешься, надо переходить к мобилизации. И белые пришли к мобилизации, и красные пришли к мобилизации. Что такое мобилизация, вы, наверное, представляете, да? Вы вот два соседних села, вот это село и вот это. Приехали белые в ваше село. Так, идем в белую армию? А? Идем. А вы что молчите? Вот это вот молчит. Выведите его, пожалуйста, туда, в коридор, там слышим сейчас. Да выстрелы, и все, и унесли ее. А, вы тоже уже поздно уже, все. Так, теперь пришли к вам. Ну что, идем в Красную армию? В соседнее село. Пошли, вот все идут. Вот, все. Большинство Красной армии кто составляли? Крестьяне. Большинство Белой армии кто составляли? Крестьяне. Поэтому весь вопрос гражданской войны, говорит, вот кто победил. Ну, кто победил? Победила та армия, которая выступила за насущные интересы крестьянства. Потому что одна армия, там, разутая, раздетая, выступала за интересы крестьян, то есть разделить землю по едокам, и это все сделано было. А другая хотела отнять эту землю и вернуть помещикам. Ну, и она проиграла. По словам, получается, что не те, кто представляли интересы крестьян, а те, у кого был лучший пиар. Самый лучший пиар – это выразить интересы народа. Вот у меня все время у вас пиар. Вот я хочу ваши интересы выразить, поэтому это в этом мой пиар. А вот тот пиар, который состоит в обмане, делает вид, что это вам будет хорошо, а на самом деле думает о том, как свой карман набить, вот это пиар, как вы его и сформулировали. Так на самом деле раздало, правительство раздало землю или только пиар был? Да, она уже была у крестьян. Нет. Дорогой товарищ, пока не было декрета, не был декрет советской власти о земле. И вот после декрета о земле советы все местные, которые, между прочим, были не все большевистские, были меньшевистские советы. И советы изначально были не большевистские, не большевистскими. Поэтому это тут никак не пиар. После на того, этапе как вербовки после... населения, на этапе привлечения населения, неважно, будет выполнены условия пиара или нет, потому что нужно привлечь население сейчас, чтобы они заявляли сейчас. Это для тех чтобы людей, для тех людей, которые не думают о долговременных интересах. А серьезно, крестьяне думают о своих долговременных интересах? Нет, об этом правительство советское думало, о том, что их долговременные интересы осуществить. И осуществило. Рабочим, когда дали фабрики, тоже долговременные интересы. Рабочий декрет о рабочем контроле первым был сразу. И собрали и учредительное собрание, чего не сделали другие партии, которые были в правительстве, никто им не мешал. Ну что, почему кадеты, эсеры и меньшевики не собрали учредительное собрание? Что мешало? Не хотели. Это самый был бы пиар – собрать учредительное собрание, все за него выступали, а собрали только большевики в январе 18-го года. И, наверное, большой пиар был, когда... Временное правительство попросило большевиков помочь в борьбе с Корниловым. Большевики помогли. Это и пиар, но оказалось, что именно большевики помогли. И авторитет большевиков после этого колоссально вырос, потому что Красная гвардия пришла, и матросы «Авроры» охраняли Зимний дворец. Поэтому им не надо было бежать, как показывают в кино, как они бегут в Зимний дворец, там арестовывать временное правительство. Они зашли уже потом сбоку
через тот ход, который они знали и арестовали. Это время вроде. Все было тихо и мирно. И все. Самая мирная революция была Великая Октябрьская социалистическая революция. Другое дело, что всякая Великая революция и попытка, так сказать, мирно разрешить такой конфликт, она чаще всего не бывает без гражданской войны. Почему? Потому что отживающий класс свои вековые привилегии без многократных попыток вернуть их себе, отстоять, вернуть землю, вернуть фабрики и заводы, он без этого не отдает. Поэтому и в этом случае, вероятнее всего, гражданская война. И Ленин писал так: мирная революция возможна в какой-нибудь маленькой стране. Когда рядом в большой стране победила социалистическая революция, и буржуазия малой страны боится, что ей не сносить головы. Вот вам пример мирной революции в Чехословакии. Знаете, как она проходила? Буржуазное правительство в Чехословакии, когда на вас там стояли войска после войны Второй мировой, после Отечественной, буржуазное правительство решило обрушить это правительство, а в нем был председатель правительства коммунист, министр обороны и министр безопасности. Три человека. Дескать, мы уходим из правительства, и тогда оно по всем, так сказать, буржуазным законам, оно павшее правительство, оно распускается. Вот они все вышли, а коммунисты, которые были в правительстве, вот эти три человека, сказали: а мы не выйдем. И призвали рабочую милицию выйти вместе с военными и представителями сил безопасности, выйти на улицу. А рабочая милиция – это вот что такое. Там у каждого рабочего на заводе был шкафчик, а в шкафчике стояло оружие. Его личное. Вот они вышли, погуляли по улицам в 1948 году. И после этой прогулки уже обратно не вошли буржуазные партии. И после этого свершилась социалистическая революция в Чехословакии. Ну, понятно, что при том, что там еще находились и советские войска, которые там никакого, не допустили бы никакой резни. Ну, и все. Это мирная революция. Какие мирные революции? Мирные революции-то такие бывают. Невооруженных не бывает революций.